месяц пребывания здесь? От начала или от конца? От начала. А как ты это изобрел? Случайно? Нет. Сначала я пробовал лед замораживать молоко и класть его. То есть замораживать молоко и крошить его, то есть как льдом. Ну как в Москве. Да, потом мне просто надоело, что у меня постоянно в коктейле собираются льдинки. Его, в принципе, невозможно есть. Поэтому я решил сделать так, чтобы лед был не внутри, а снаружи. И в итоге у меня получилось лучше, чем даже я ожидал. Потому что мало того, что оно... Как мороженое. Оно получается очень хорошей густой консистенции, да. Через некоторое время оно превращается в мороженое. Если хороший сироп, то оно превращается в настоящее мороженое. А какой состав у тебя тут? Что, просто молоко наливаешь? Сироп нужен исключительно для вкуса. Он может быть совершенно любой. Это может быть либо там молотый банан, либо там любой другой фрукт. Либо обычные сиропы, которые можно купить в магазинах. Но в любом случае, изначально сам сироп, в принципе, вообще не нужен. Коктейль очень легко взбивается в таком холодном состоянии, даже при наличии одного лишь молока. А сколько ты наливаешь молока? Я наливаю всего где-то около 200 мл и получаю где-то 800-900 мл коктейля. А оно в сбитом состоянии вот так он сколько может простоять? Около 15-20 минут. После этого оно превращается обратно в молоко. А можно это заморозить? Ты пробовал? Если заморозить, оно превращается в мороженое. Супер.